Этот человек надел костюм крокодила и залез в логово к целой стае крокодилов. Он ожидал от них многого, но явно не того, что там произошло. В общем, в 2007 году 47-летний ученый-зоолог по имени Брейди Барр решил проникнуть в логово к нильским крокодилам. К слову, это самый опасный вид крокодилов, обитающих в Африке. Так как нильские крокодилы находятся на грани вымирания, ученому предстояла задача прикрепить на них датчики, отслеживающие их миграцию. Надев на себя костюм, он начал медленно ползти. Подобравшись поближе, он аккуратно залез к своим сородичам. Сперва все было спокойно, и ученый даже успел прикрепить несколько датчиков. Но затем сзади к нему неожиданно приблизился огромный крокодил. Брейди думал, что это конец, и уже смирился с неизбежным. Но к его большому удивлению, этот крокодил вместо того, чтобы накинуться, просто лег с ним рядом. Так они провалялись примерно 10 минут. Затем ученый решил уползти обратно в свой лагерь. Правда, он совершил одну страшную ошибку, после которой больше никогда не приближался к дикой природе. Что он такого сделал, я рассказал в Телеграме. Ссылка в профиле.